пришли в большой магазин «Игруша». Ну, я хочу игрушек. Смотри, как классно эта лодочка катается. Смотрите, ребята, а это охотники за привидениями. Ребята, смотрите, какие здоровские плеймобилевские наборы. Машинка едет. Я хочу машинку купить. Катя, конечно же, хочет все купить. Сколько плюшевых игрушек. Мама, я хочу плюшевых. Смотри, сколько плеймобиля. Ух ты. Ой, у нас такого нет. Да, у нас много чего здесь нет. Мама, не можете мне вот это? Ух ты, Кать, смотри, какой дом классный, плеймобилевский. Да, я хотела смотри. Вот это. Вон больница. Я хотела больницу. Вон карусели. Я хочу больницу. Я могу ее нести. Я смогу, мам, пожалуйста. Ой, смотри, какие классные собачки, Катя, в сумочке. Класс. Серия Микки Мауса. Ух ты, какие ежики красивые. Я хочу вот эту вот такую серию. Ух ты, Кать, смотри, сколько много. А я знаю эту серию ежичек, да, у них большие глазки. Вот они, смотри, побольше есть. Ничего себе, Лего Эльза! Да, я хочу вот замок. Смотри, еще замок какой Лего тоже. Я хочу вот это. Я хочу вот это. Ой, целая серия Эльза. А вот это Лего. Мне вот это. Покажи, да что-нибудь. Вот, а, вот тоже, смотрите, Катя нашла. А можно мне вот это, мама? Смотри, целая Рапунцель. Серия Эльза. Рапунцель. Точно. Катя, что это ты нашла? Это колецкая кукла. Можно мне вот это, Лол? Какая это кукла? Это Лол. Можно... Откуда ты знаешь, Катя? Я это даже не знаю. Лол. Барби.
на мотоцикле. Да, Барби. Велосипеды для Бэйби Бона. Костюмчик. Это Бэйби Бон одежда, наверное, да? Молочко. Молочко у тебя такое же есть. Ой, очки. Очки. А нет, это не Бэйби Бон. Это другой Бэйби Бон. Ванна, раковина для Бэйби Бона. А это Селли куколка. Видишь, написано Селли на коробке. Ну, у тебя тоже похоже есть. Это Катенька не Бэйби Бон, это другая серия куколок. Адвентс календа. Это Маша-медведь. Привет. Красавица и чудовище были. Катя, ты нашла Сильваниан Фэмили. Ой, Васильевна. Мама, как просто классно. А сейчас приедем сюда и посмотрим. Ой, сколько тут Сильваниан Фэмили. А у тебя вот такой малыш есть, Катя. У меня только три коровы. Ой, сегодня Фэмили. Вау! Спасибо. Катя, в раздумье, что можно же еще посмотреть и потрогать? У тебя есть дождь в этом городе. Рапунцель, наверное. Да, Рапунцель. Ну, это Штефи, вот, лошадка. Ой, у меня еще такое есть, да? Платье Эльфа. В итоге мы в игрушечном магазине купили Кате куклу Рапунцель и одну игру. Это с длинной волосой, а вот это игра. Смотрите в следующем видео, как мы будем в эту игру играть, ребята. Пока-пока! Пока-пока! Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!